Друзья, вы видите нашего гостя, и в руках у него помидор. Урожай. Урожай. Это калифорнийский, безводно, бесполивно выращенный помидор. Давайте мы его польем тем, что у нас с собой было. Тем, что было. Давайте. Давайте. Мне важно ваше лицо. Так. Не удалось. Что там он? Лопнул. Лопнул. Ну ничего, давайте. Так. Те, кто кушал помидоры из супермаркетов, да, нас не поймут. Да, нас не поймут. Да, и мы их тоже и не мы поймем. Мы их сейчас уже тоже не поймем. Это нечто, друзья, это нечто. Вот смотрите на эту руку. Окровавленную. Да. Ну, намного лучше, это всем понятно. Несопоставимо вообще. Несопоставимо. А вот, друзья, с пылу, с жару, по традиции. Какое сегодня число, Алексей? 29. Августа. 29. 29 августа, друзья, мы продолжаем собирать клубнику. Так мало того, тут еще цветы цветут. Вот еще вот под ногами у меня, видите, оно еще цветет. Я думаю, когда же оно туда поспеет, если оно еще цветет. Причем тут много цветет с разных сторон. Узнаете ли вы, друзья, арбуз вот тут в чаще? Это арбуз. И там еще есть какие-то они маленькие. Мне кажется, что мы самые красивые взяли нам в корзиночку. Ну-ка, покажите нам. Вот, мы взяли красивые в корзиночку. Тут еще, видите, тут у нас скваши и огурчики. В общем, пора уходить. А вот еще маленький.